Шадув. Всем здорово! С вами Шадув. Порой темп нашей жизни бывает таким головокружительным, что недолго и потеряться. Компания Sixon всегда помнит о необходимости человеческого общения. Система Apollo обеспечивает всю связь с внешним миром и следит, чтобы ни одно сообщение не потерялось в эфире. Создавая большую масштабную картину, мы не забываем... Мы продолжаем играть в Alien Isolation. Да. Короче, в общем, мы добрались до вот этой вот херни, где обитают вот эти гребаные андроиды. Игра почему-то лагает как говно. Ну, как обычно, короче. Вами скоро займутся. Я тобой займусь. Безмозглые же тут андроиды. Дверь заперта. Ладно. Так. В прошлой серии мы, знаете, что сделали? Мы взяли этот датчик движения. Вот. А он лежит где-то вон там, как я помню. Да, а еще андроиды такие твари. Они, короче... Чем могу помочь? Мне нужно к пульту управления спутниками. Посторонним туда нельзя. Это срочно. Вы что, не видите, что происходит? Аполло контролирует ситуацию. Процесс регистрации почти завершен. Да ну вас к черту, сама найду. Я бы не советовал. Или нахер. Как-то он злостно сказал, я бы не советовал. Иначе мы тебя убьем. Сейчас, смотрите. Сейчас просто смотрите. Все, вот он ушел. Мы берем прибор снижения, сейчас морить, что будет. Похоже, самодельный. Вы потерялись. Нет, все в порядке. Собака. О, клей, будем нюхать. Вещество. По-моему, эта игра не о чужом, а о том, как правильно закидываться. Так, хлама у нас так уже до хера, мы сами уже как хлам. Я не люблю управление в этой игре, я просто его ненавижу вообще. А, замок отключен. Ошибка, запрещенный терминал для поиска. Наш манифест привлекну. Хотим крыть его вместе с вами каждый новый человек, кажется, перевести позвон. Вместе к светлому будущему. Sixon и освоение космоса. Официальная хроника. Автор Себастьян Сик. Себастьян Сик. Господи, я повесился с таким именем. Впервые опубликована вся Sixon, тут что-то пишется. Наша звездная колыбель, перелом нашей истории. После того, короче, компания Sixon — это компания, которая строила там корабли, компоненты для них, и там всякий искусственный интеллект, корпорация Вейланд тяжела делиться с технологиями, ну, там типа Sixon такой, мы хотим тоже там что-то делать. И в общем, да. Ты это услышишь, я решил? Мэй, надеюсь, ты это услышишь. Я решил добраться до Sixon телеком. Не стал тебя будить, чтобы ты не пыталась отговорить меня. Пойми, это наша единственная надежда. Кто-то должен восстановить связь, сообщить властям на Земле, что тут происходит. Не бойся, я вернусь. Я не оставлю вас в городних. Короче, Sixon решили забить просто. И, как я понял, типа, деньги такие, оп, а нас нет. И Sixon такая, что же делать? И, короче, станцию тупо забросили, по сути. Поэтому тут все выглядит как... говно. Да. Для кого-то может быть как обычно, но мы в России живем как бы. Не нравится мне этот звук, на самом деле.
Там что-то есть. Исчезло. What the fuck? Ну ладно. Да-да-да. На дереве всегда будет так пищать, если что. Не нравишься ты мне. Ублюдик. Ходим в пропуск. Да ты угораешь надо мной. Какой же пропуск? Ага. Понятно. Куда это ведет? Тут какая-то дырень. И тут дырень пасы. Блин, надо сейчас еще привыкать, что тут приседать на С. А на Ctrl у тебя начинается вот это головокружение. На. Да что ты пикаешь? Ну да, вон там вот ходит челик, двое даже. Пикай мне тут. Перестань. А, кстати, вот у этого челика прикол в том, что у него там как бы дверь открыта. И... Серьезно, Рипли может спрятаться в такой маленький ящик? Как я вообще туда залез? Вам помочь? Точно, кстати. Можно же восстановить подачу энергии для этих дверей. И типа этот пройти вот туда. Здесь же. Блин, какое же тут странное управление. Это ж капец просто. То есть, по сути, я где-то свет вырубил. Окей. Ладно, допустим. И да, и что, и все? Ты fucking seriously? Ну, не может же так быть здесь. По сути, еще какая-то дверь должна была открыться. По сути. Должна же была. Ну, алло. Не, ну там я был. Там, типа, входочка. Почему игра пугает постоянно этими страшными звуками? Игра, тебе делать нечего. Дверь заперта. Ну найс, чё сказать. Вообще, еще что-нибудь здесь есть? Я что-то не могу понять, что надо делать. Как бы, какая моя задача-то? Подожди, то есть вот это... Собайко. Андерс тут. Какой-то стрёмный, а? Как здесь просто. Тебя мама-то сама любит? Мне кажется, нет. Ладно. Так где, что делать-то надо? Нихера непонятно вообще. Что делать-то надо? Придется обрезать тут это говно на тысячу раз просто. У меня сейчас появилась интересная идея. Короче, ударить одного из них.
Молодец, глупая женщина. Да какого? I think it's not working. Чё, он теперь всегда будет на меня агриться? Эй, ти, говно. Да. К сожалению. Просто замечательно. А что делать-то? Все нормально. I'm okay. I'm still okay. Уже смотрели. Будет, чтобы ты не пыталась отговорить меня. Пойми, это наша единственная надежда. Кто-то должен восстановить связь, сообщить властям на Земле, что тут происходит. Не бойся, я вернусь. Я не оставлю вас, Клара, от них. Что за... Окей, это немного стрёмно. Мы сохранимся. Да. Уже прошло 16 минут здесь еще записи. Понимаете, да? 16 минут. Что-то мне не нравится, что здесь происходит. Постоянно. Указывает на какие-то непонятные движения. Алло. Угу. Сколько шкафчиков-то? Посторонним вход сюда воспрещен. Уходите. Я должна связаться со своим кораблем. К сожалению, это невозможно. Аманда Рипли, вы авторизованы в системе Аполло. Добро пожаловать на Севастополь. Наверняка есть обходной путь. Я даже нажимаю раньше, чем он проскакивает, понимаете? Это капец, такой тайминг надо подбирать, просто жесть. Это все из-за лагов, прикиньте. Там что-то по вентиляции лазит. Ну как бы... Ладно.
отпусти! Это я, Хьюз. Не узнаешь, что ли? Слушай, я должен восстановить дальнюю связь. Станция в опасности. Прекратите истерику. А ну прочь с дороги! Ай-яй-яй. Давайте по-хорошему. О, Господи. В общем, кобздец начинается официально сейчас. Да. Что делать теперь? Нихера непонятно. Дедос чертогана сейчас тут есть. Вообще нужно отключить вот эту систему. Потому что она... В общем, что делать? Похоже, там кто-то записан в инстинации. Оу. Они со мной полезли, что ли? Да. Все очень прискорбно. Спрятаться бессмысленно. Я очень терпеливый механизм. Только зря потратил время компании. Надо отключить эту штуку. Как это сделать. Потому что с револьвера она не врубается. Я вообще не могу это понять. Как может быть что-то слабее револьвера? В принципе, оно должно вырубаться с револьвера. Принц, но оно не вырубается, в этом-то и проблема.
Вот за этот ящик она не засматривает, да? Можно попытаться через ящик, но это... Это очень хороший тайминг. Давайте попытаемся. Господи, боже мой. Сейчас эти побегут, да? Да, они уже бегут сюда. Окей. Я буду ждать, сколько придется. Так что лучше выходите, не стесняйтесь. Здесь точно кто-то есть. А ты умный. Я никуда не тороплюсь. Окей. Самое неприятное. Действительно, самое главное не знать, в чем причина. В чем причина того, что я играю в эту игру? Объясните мне.